Карміліта, давай. Це музей шоу «Ред Хочілі Піп», неділя, вечір, всіх вітаю, гарного настрою, крендель, душак, тушек і я. Карміліта. В серіалі «Карміліт». Баро, давай, начинаем. Начинаем. А, Виктор, вы извините, Виктор, пожалуйста. Извините. Значит, радости нашего городка. Радости сегодня у нас. У нас сегодня праздники различные. Во-первых, хочу тебя поздравить. 14 июня – это день донора. И я тебя поздравляю. О, и тебя я вітаю. Да. Мы с тобой на шо? Пару сдавали. Він кров тоже. Я с него крови тоже попила. Нет, там именно крови. Там то, что он сдавал, это сегодня это другой день. Это совсем, комаров поздравить. Совсем другой день. Так вот, сегодня Малярия. День донора. Сегодня у Кати Рысленко праздник. Сегодня день блогера. А, я думала, вот. Что годик якийсь. Нет. Просто день блогера. Хорошо. Начинающего. Вот. Значит, сегодня еще, ребята, у меня тоже праздник. Сегодня день кофейных зерен. Ну, еще будут праздники во время нашей дальше программы. Я буду говорить всякие дурацкие еще праздники. Да еще то кофейное зерно. Слушай, ты, блин, капец, якийсь. Тобы там на целый ищет. У меня есть, да, у меня есть. У меня короче, новостей, я так понял, у нас сегодня нет, да? Будем праздник. День блогера сегодня, это прекрасно. Я считаю, что это вообще прекрасно. У нас наибольшее... Фоловерів у Діми, да? Скільки тебе фоловерів? Ну, давай поміряємо. Фоловерів. Ну, 32. 32 тисячі. Да. Не сантиметри. А хотілося б перший, да? Ну, як би. Тож, хотілося б, щоб фоловер був 32 сантиметра. Але... В тебе скільки? Настоящих? Ну, да. Ну, тисяч... ну, мама, жінка. Ну, 1100, по-моєму. Це на второму аккаунті, на першому 18. Ясно. Тисяч. Вітя, 400. 99. Коля, підпишись, буде 500. 800, так що... Вас тоже с святом, хлопцы. И крендель там уже, бачу, стартует, хочешь я хочу сказать. Новость, да, хочу ну, новость давай. Вам прочесть. Ну, про Голливуд. Про Голливуд и про то, что в Голливуде больше не будут снимать постельные сцены. Увы и ах, друзья. Да. Именно постельные? Постельные или пастельные? На подоконниках будет можно, да? Постельные. На кухне. Ну, просто мне интересно, как это все. Ну, я не знаю. Вот это вот я уже не могу тебе уточнить. Я знаю, что нельзя уже все. Потому что дистанция, потому что коронавирус, и поэтому запретили, и нужно это все. И чтобы насилие. Ну, почему? Я, моя дистанция позволяет снимать это. Тебе сейчас дистанция выпадет. Слушай, мы давай предложим, если в Голливуде нельзя, пусть приезжают в Диван Диваныч. Там у тебя много кроватей. Уже мало. Уже мало, уже все пораспродали. Уже мало. И короче, залышалось. В чем причина? Именно из-за коронавируса. Корона? Да, из-за коронавируса теперь интимов так они, не будет, чтобы они... Они даже этот, они даже... Компьютерная графика будет. Вот в доме, например, снимают, даже выносят кровать, чтобы у актеров не было желания во время съемок. Ну, понял. Нет. А як оце комп'ютерна гра? Зеленки будуть знімати, скоріше всього. Ні, ну, якщо не можна близьких контактів, то і зеленка теж не поможе. Подожди, а Pornhub як тоді будуть знімати? Це не Голлівуд. А, це не Голлівуд. Знавці! Савці! 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 Ну тогда там все, ну давай дальше. Вот, ну непонятно, как это будет сниматься, это действительно интересно. Нет, смысл, почему нельзя снимать? Пандемия. Дело в том, что с этим карантином я вообще не очень понимаю. Как можно открывать метро и не разрешать работать рестораном? Как можно там ездить в маршрутках переполненных, не знаю, и ходить? А на концерты, вы слышали? Это вообще красота! Значит так, на концерты можно будет приходить, и фан-зон не будет. Так. А, надо будет, чтобы друг от друга все стояли в 5 метрах. На 5 метров один человек. И обязательно свое в масках сидеть все. То есть в филармонии, если кто-то приедет, это будет 25 человек сидеть в зале. Работники филармонии, директор филармонии. Ну давай. Привет, Олимпийский. Директор филармонии? А уже появился? Еще нема директора ну так пока как концерт первый приедет, я думаю, уже будет. Он в 5 метрах, все нормально. Кстати, я свою кандидатуру хочу подать. Серьезно? На директора филармонии? А что не? Ну ты же арт-директор известного клуба. Да, ну, так да. Как он называется, известный этот клуб? Как он? Слушай, ну а... И что ты будешь работать?
купить деньги. Как... Олег Винник кожну неделю буде виступати. Олег Винник, сотрудник Крапивницкой филармонии. Солист. А прикинь, если бы были выборы, бабушки бы... Шевскую, давай иди сюда, стоп, ты, блядь. Червинска. Червинска. А потом уже все остальные. Винник там все остальные. Я думаю, Бушмакіна, а потом... Та Бушмакіна то з театру, я навіть знаю. Я заберу його. Кашпуренко, Кашпуренко, а потом уже все остальные. Центр зайнятості області назвав топ-10 самих востребованих професій. Так. Які там топ-10? Перше. Водителі. Подсобні робочі. О! О, хорош, да? Да, очень интересно. Обозреватели, ремонтники вагонов. Я думал, спортивные. Это чуваки, которые... Значит, короче... Тык-тык! Тык-тык! Нет, это обозреватели сегодня день блогера. Они такие... Значит, перед вами вагон. А вагон... А это общий вагон, вы слышите по запаху, да? Это общий вагон. Хорошо, обозреватели есть, стучащие молотком по колесам. Монтеры, колеи. Туда же. Так, є. Горняки. Горняки? Ну, шахтери. Да, шахтери. Да. Трактористи, машиністи сільгоспроизводства. Так. Внимание, понял? Трактористи, машиністи сільгоспроизводства. Это одне. Трактористи, друге, понял? Короче, они специально увеличивают список. Ну, правильно, потому что на бульдозере ты не будешь пахать поле. Ну, конечно, да, действительно. Электромонтеры, инженеры по охране труда и повара. И директор Кировоградской областной филармонии. И 11, да, директор Кировоградской областной филармонии. Как туда попала интеллигенция в виде вот этих вот предпоследних, как ты там сказал? Инженеры по охране труда. Что здесь делает интеллигенция вот в этом всем? Инженеры по охране труда. Это, кстати, это очень ответственная профессия. Очень. Сидеть после директора они вторые. Понимаешь, если что-то случилось. А, ну да. То есть я когда стану директором филармонии, мне надо будет инженер по охране труда. Который будет у тебя сидеть. Венель. Посижу. Короче. Шурабыть, у меня слезки. Прикуч, мы сидел. Ющенко сидел, Приянники сидел. Я недавно бачила оголошення про те, що в Херсоні чекають на безробітних з Кіровоградщини. Їх там будуть вчити на офіціантів. А, ну, за смысл? Что? Это те, кто, кому, это, чтоб... это те, кто в области занимали какие-то места, потом их уволили, они и, короче, зараз принимает на... Херсон. Извиняюсь. А у официанта должны быть охранники труда? Ну, инженеры, инженеры. По охране труда? Обязательно. Обязательно. У каждого официанта должен быть свой. Свой Кевин Костнер. Ну, короче, бачите, а Кировоградщина приймає херсонських на хороші посади. На хороші посади, на перші посади. А, кстати, в топ топах этих посад не было. Ну, уже все. Уже а, занято. Да, уже занято. Не, так топ, я прочитал топ Кировоградской области, а там... Так правильно, топах... вот они приехали к нам. Ну, там в топах... Все. А там освободилось. Да, там... Короче, Херсония, топах... не забывайте себе голоду всяким гамном. Я вам зараз расскажу про новітній метод, як позбутися дурних думок. Житель Сумської області практикує очищення голови, ахтунг, одяганням відраз бджолами на голову. Ющенко, це ти! Я бачила, то на Ющенко на день блогера відкрив свій блог. Він каже, що рій бджіл на голові звільняє від дурних помислів, відро називає мілофоном, і найголовніший мес, він прям так каже на відео, хто не всрався, залишається здоровим. Очищаються думки і душа. Хто не всрався, той залишається здоровий. Повторюю. Шикарно. Я думаю, вообще от думок надо выкатывать яйцо. Ты не знаешь? Ты ж как бабка, Я ж пробовала тільки погадати, тільки в нього різні лінії на двох руках, то не вдалося. О, кстати, по поводу циганок. Я просто что-то вспомнил, у меня была история. Как это я давно историю не вспоминал? Мне было 17 лет, мне вырезали вот здесь вот какую-то хрень, вот здесь вот прямо. И я иду такой заклеенный. Аппендицит, наверное. Ко мне подходит цыганка. Цыганка подходит за аппендицит? Да. Да, у меня было аппендицит именно вот здесь. И знаешь, когда вынимали, семечки выпадали. Знаешь, говорят, что в аппендициты всегда шкармливые семечки. Ты меня не вдавишь. Я даже на секундочку поверил, ты понимаешь. И как ты хорошо рассказываешь. Подходит ко мне цыганка и говорит... У тебя проблемы, тебе не везет в любви, в жизни, тебя иногда бьют.
хрень такая перемотанная. Я говорю, вот это, да? Она говорит, ну да, ты что, не понимаешь? А ты говоришь, Надька, то успокойся себя, Надь. Денег не дам. Нашого президента Володимира Зеленського люди прям просять слізно... Смотри, это нашего, а 25% вот сидят. Да. Пошел ты, не надо. Не, там чуть-чуть даже их электората тоже просят нашего президента. Не узагальнюйте. Просят запретить... Короче, зарегистрировали петицию, в которой просят запретить, чтобы Зеленский на законодательном уровне запретил чипирование людей, связанное с Билл Гейтсом. Вот эти вышки, 5G, короче. Ну, про 5G ми вже говорили, да. Про 5G, окей. Про флешечки, ну тепер це. Тепер люди от хочуть, да, щоб, короче... В смысле, уже поздно. От у кого є от эта штука здесь? А у мене є. В мене є. Все, ти чіпірована. Да, і ти, а тебе десь іншого місця? Ні, та євреї вже не чіпірують. Ні, у них же договоренності там, вони ж там родственники, они договоренні. Так они, їх не чіпірують, они чіпірують. Їх от, їх коли обрізають, чіпірують, понимаєш, там чик і... Такі... Їх обрізають, щоб антенка лучше Wi-Fi ловила. Щоб була повна, так сказати, антенка. А у тебе повна антенка? Раздача хороша. Раскрита антенка, ну. Короче, душак. Блин, я не знаю, я тоже сказал. Да, твоя новость. Мне чипирование интересно, на законодательном уровне чипирование. А если вот, например, как и говорят, что надо будет с чипом подходить там в Европу. Классная история. Вот давай, смотри, тебя не пустят в Европу, если ты будешь не чипирован. Надо будет, ты же так, ты будешь чипироваться? Чувствую себя собака какой-то. Сука, это на нас еще собак чипировала. Ну, да на тоже себя чувствует. Это ж... А ты собака, тебя в жизни так. Ну, смотри, вот так, что? Не, ну если надо. Будешь чипироваться? Ну придется. Это не ухо пробивает. А, спустишься после этого. Ват. Да. Там какое-то новое, да, заведение? Ну, Бозя скажет, ват. И все. Да? Будешь чипироваться? А что придется? Ты думаешь, что Бог заикается? В ад? А что? А что, как в Европу? В ад! Если в Европу нельзя, то придется. В ад! Да, вот это вот, или что? А ты будешь чипироваться, если скажут, никуда не поедешь? Буду. Так вона вже зачіпірована. Взагалі класна така історія, мені подобається. Та ти собак зі сексі. Так, буде сука з чіпом. Вона нещодавно хотіла виплюнути свій чіп, та не вийшло. Ладно, йдемо далі, коротше. А мені йому призвали. І циганка тоді ще сказала. А циганка, так, подошла, говорит, тобі точно Європи не видать. В общем, короче, сьогодні утром в соцсетях лазил, і Павел Глоба, помните, да, такого чувака? Це той, що... Да. Отой мій, да? Да. Астрологія. Почему-то вот выкинул прогноз только на один знак зодиака. Вот один просто, все, больше, ну, то есть 11 для него не существует, есть только один. Овен. Почему-то дева. Я такой думаю, блин, кто у нас дева? Дима у нас дева. Я а вот подожди, что там? Заскринил. Значит, знак дева старается максимально четко планировать жизнь. Вам крайне важно просчитать все повороты судьбы, чтобы неожиданности не выбивали вас из колеи. Так, сейчас. Минутка нудоты на нашей программе, по-моему, сейчас происходит. Ну, сейчас нудоты, до этого было... Ну да, ну... Скорее всего, познакомитесь по работе. Отношения будут чисто деловыми, но вы сойдетесь на интеллектуальном уровне и уже скоро сможете... противиться чувствам. Реально, короче, я представил, да. Кстати, сегодня день безоблачного будущего. Сегодня праздник. Точно бомжиться. Точно, 100%. Теперь точно. Короче, Грендель, все звезды просто вообще в этом году ты встретишь. Юр, но я тебе хочу сказать, что сегодня еще день тупости и отваги. Тоже его день получается. Так другая же была игра, подожди, медаль за славу там вроде нет, была. А по поводу тупости и отваги, Гордон, всем известный наш Дмитрий, день блогера, он блогер, отважный причем. Да. Ну, не тупой, нет, не тупой однозначно, а отважный. Не тупой, да, тупой. Я просто не хочу, чтобы он мне кадык вырвал, понимаешь, поэтому... Он сказал, что он владеет гипнозом. Его Кашпировский научил. По-любому. А интересно, он умеет, как этот, как это. Как же говорил Даренко на Соловьева? Так забываетесь там часто. Да, старый. Карлица какая-то, дикая карлица какая-то на Соловьева, которая так делает. Я вот так ходишь такой вот так вот. Раз! Вот так вот. И ударил. Не видели, как он делает? Ну, блин.
Блин, смотрите, Коля. Коля, вставишь видео на телевизор, как Соловьев? Как Соловьев, у тебя карате, как Соловьев карате. Чтобы мы поняли, потому что... О, это чистый ржач вообще, муха. Мне кажется, что Гордон действительно этот гипнотизирует. Ну, представь. Все его друзья, да? У такого... Ну, он реально смотрит как-то вот так вот. Пчеловода. У такого пчеловода. Да, столько друзей. Больше почти друзья. Ты мой друг, ты мой друг, да, я твой друг. Сыр. Короче, страшно. Загадочно. А я сьогодні прочитала ще новинку про те, що президент закликав обласні адміністрації визначити магніти областей. Ну, туристичні, тобто, магніти. Туристичні магніти. Мой фонтан на два кофі, ні? Не знаю, треба. Їх має бути там, по-моєму, чи 4, чи 5. От магнітів. Тобто, ну от, у нас по області що? Я прям не знаю. Каскади, каскади, наприклад. Или, знаменці, или каскади, добрий вечір. Не знамен. Злинські каскади, ну, а потім є штормі. Заброшений садик в Треповці. Ми туди поїхали. Це був табір. Табір, табір, да, от там. Угу. Все? Что еще? Там як, прям як Прип'ять в тому таборі. Ну, что еще? Что еще? Это тебе намек про Прип'ять был. Намек про Прип'ять. Чувака, который потерялся в Прип'яти. Пантеры. Пантеры. А там классно, кстати, на пантеры прикольно, но надо обязательно, чтобы с буклишком доходить. Да. С пивасиком такой, чтобы сесть там на лавочку. Там же не пропускают без буклишка. И вот так. Буклишки конечно. Не пускают? Семки и да. Самое главное, надо дождаться великое скупчение малолеток, чтобы пи***ды дали. А знаешь, как еще? Такие туристы. А туда не ходят туристические автобусы. Туда ездят жигулики такие, шестерочки, с очень громкой музыкой. И заниженные очень сильно. Чтобы прям черкало. Не-не-не-не-не, это ж не... То не туда ездят, то они в инже месте ездят. Это же дагестанские, нет. 90-летняя бабушка Рина из Закарпатской области показала, как управляет самолетом. Прикиньте, 90 лет. Я в шоке. Ранее она хайповала на умение водить кабриолет и бензовоз. Взлет и посадку совершил инструктор, а в воздухе штурвал передал бабуле. И она... На автопилоте. И сказал, бабка, не дергай. Теперь она хочет прыгнуть с парашютом. Ой, сыночек, что? Ну, руками. Хочет прыгнуть с парашютом еще. И рассказала, что в своей жизни в основном она каталась на лошадях и валах, потому что раньше машин не было. А на валах это такое... На валах? Я думал, она на санке на валах. На мешке с соломой. А что на мешке? На целлофан, на линолеум? Давно, ну это же давно было. Дима, зробив таку божественну підводку під нашу гостю. І зараз в синє крісло наше сяде баришня, яка богиня прям кабінету. Вона знає, що лічного таке. Кабінету. А, вона володарка 4 дев'яток і знавець аерської мови. Аерської мови? Аерської. Це таблетки якісь такі? Ні. Коротше, наша... Це на циганському. Я поняв. Наша руда бестія Анастасія Галінська. Надо как-то это сделать, что ты мне только этому сказала. Я протупил. Анастасия Галинська. Ну, привет. Слушай, ну... Вы же потом познакомимся. А мне ничего не сказала. Да ты рядом сидишь. Да, ты же так быстро. Анастасия Галинська. Все считали, что ты молодец, ты так настолько быстро реагируешь на девушек. Симпатично. Слабак. Хорошо. Настя у нас пилот. Настя, ты пилот чего? Формула-1. Да, пилот чего? В будущем, да. Ну, пока что самолеты. Сейчас осваиваю Cessna, на Яках экспериментирую. Не переживай. Дайте водички. Дайте. О, не, спасибо. Может, водочку? Мы домой летим. Девочка, на водочке, мы домой летим. Водочку, мы домой летим. Нет, так там же на... Я в наушниках сижу. Ну да. Слышишь? Нормально. Ох, боже. Они спирт же пьют. Ты знаешь, пилоты все пьют спирт, сливаются. Она в шоке, она не знала, залит. Я еще не успела, мне об этом не говорили. Да, смотри, короче, когда самолеты летят, у них там противообледенительная какая-то система, у там спирт. Да ты что? Ты рассказываешь пилоту. Ты какой авиации? Малой. Пока что малой, да. Малой, да? Но в скором будущем, надеюсь. Малой — это маленьких людей перевозишь? Ты... Ну, есть же, наверное,
куча вопросов сразу. Девушка-пилот, это сразу, блин, это же какое-то что-то вообще невероятное. Да у нас не там парашют. Об одной какой-то рассказывают, которая есть, где-то летает. Есть как, но ее никто не видел никогда. Ага, ну, видимо, далеко уже улетела. Видимо. Ну, если так посмотреть, то, что, да, сталкивалась, снимала стереотипы, а то, что ты же ж девушка, как так, тебе рожать детей надо. Ты видишь, где кухня, да? Иди готовь борщи. А там не надо на кухне рожать. Только... Ну, будешь рожать тогда в самолете. Не хочешь на кухне, будешь в самолете. Там очень маленькие туалеты, очень неудобно. Слухай, я передивилася перед записом, що в світі нараховується там близько 10 тисяч жінок-пілотів. І... Серйозно? Так, да, в цілому світі, прикиньте. Так мало? Да. Так много? Это, получается, Настя избрана. Так да. Много? 10 тысяч? Я думаю, ты скажешь 10, я думаю, и все, точка. І бували навіть випадки, коли це був пасажирський якийсь літак, що коли пасажири дізнавалися, що за штурвалом жінка, казали, що летіти не будуть. Мусульманська? Каран? Ні, серйозно відмовлялися, вважаючи їх ненадійними. Навіть одна авіакомпанія створила прям цілу акцію, була влаштувала, заступилася за свою жінку-пілота, що, типа, чуваки, майте совість. Неплохо, сама впервые об этом услышала. Так на это она придумала. Все нормально. Мы таких фактов можем много. А чем это отличается, как ты думаешь, мужчина, пилот и женщина? Ну, мне кажется, что нет, потому что у нас, в принципе, одинаковое образование. Мы живем не в мусульманской стране, то, что мужчины получают одно образование, мы совершенно другое. Ну, повороты не забываешь включать? Стараюсь. Показывать. А вы когда говорите, ну, представляете себя и говорите что-то, вы говорите это разборчиво, а не как... Не надо рассказывать. Это что, где такое ты, было, да не раз. Да Витя, что ну, ты? Вот, смотрите, человек никогда никуда не летал. Бухой пилот? Он просто с троллейбусом. С троллейбусом путает. А, это ты в троллейбусах, да? Значит, такие попадались, да, получается? Ну ладно. Всегда ты просто по-английски ничего не понимаешь, когда говорят на нормальном языке, на понятном, то все хорошо. What do you say? О, Бог. Фак. Ти зараз літаєш на Сесні, так? Це вважається, ну, такий літак... На Теслі? Сесна. Літак собі такий можуть дозволити олігархи. Сесна? Ну, якщо це, так, для особистого користування, так. Ти возиш кого? Пока что себя инструктора. Ага. Ой, это прикольно. Ну, дальше, ну, я не знаю, мне, в принципе, еще не было пассажиров. Ну, я надеюсь, то, что уже на более габаритных. Надеюсь, что и не будет, да. Так, попрошу. А на чем ты хочешь летать? Ты будешь первой идти, я чувствую. Не, ну, как бы хотелось перейти сразу же на Боинги Airbus, но там время покажет. Кукурузик, так, давай вообще. Сейчас я как отец человека... Человека, то есть. Отец человека. Коль напишешь, отец человека. Который закончил летку, да, сейчас сразу задам вопрос. У тебя богатые родители? Состоятельные? У них есть 80 тысяч долларов, чтобы ты полетела? Ого, вот это вопросы пошли. Потому что его сын не летает. Да. Бедный. Да, потому что когда мы поступали, был курс 8, я думал, что мне хватит денег. При курсе там фактически 30, мне денег тупо не хватило, чтобы он полетел. Ну, смотри, есть классная вещь, которая называется почки. Они дублируются. Нет, это понятно. Смотри, почки это понятно. Он на два кофе вырезал уже. Либо почки, либо пилот. Говорит, есть почки, они... Ну, Вить, ну подожди. Вить, есть почки, не дублируются. У меня не дублируется, у меня одна. Поэтому я полечу, понял? Ну, такая штука. Но это правда, это большие деньги. Ну, я понимаю, это прекрасно. В принципе, при академии получала бесплатный налет. Да ладно. Да ну ладно. Да ладно. Бесплатный налет. Налетала на бой. А почекай, ты нам уже, может, на якомусь становишься, типа, оцей такий... Ну, вот эти, которые складываешь. Коптер. Складываешь и запускаешь. Не, ну, в принципе, был еще, конечно, вариант сесть на стульчике, так, знаете, как... Это понятно. Ну, а как ты получил бесплатный? Что это? Что произошло вообще? Ну, папа декан, ну... Дядя ректор. Все хорошо. Ну, в принципе, за хорошее обучение, как предоставили такую возможность. Хорошо, ну ладно, окей. А лицензия? 20 тысяч долларов. Нет, это какая лицензия? Слушай, Витя, можно... Да здрасте, это почекай. Ну, лицензия кушает 20 тысяч может, долларов. Это, может, ты не знаешь, может, твой вообще в педе учился, а ты такой сидишь и рассказываешь про летку. Типа, не мог, но летать.
Ладно, все, хватит. Вопрос денежный отменили. Я просто знаю, сколько это реально стоит. $100 стоит там. Да я знаю тоже. Привет, сказал пилоту. Откуда вы все знаете? Я углубляла, это реально, я читала. То есть від 20 тисяч доларів коштує ліцензія. Це на один там вид, а на ще інший вид, ще дорожче кошти. А на ще інший, там на середній-середній стоїмость, а на велику. Це правда, так? Ні. Вот. Давайте послушаємо реально з перших, так сказать, уст. Ні, так? Я промолчу. Хорошо. Первый там, как он называется, первый? Что первый? Ну, пепел? Налет. Лицензия? Да, пепел. Да. Пепел, ты налетала пепел. Бесплатный. А CPL так. Тебе надо будет заплатить ну, большую сумму денег. Приличную. Да, потом тебе надо переучиться в Тулузе полететь на Airbus. Еще надо там где-то до 10. Не, смотри, здесь в чем фишка. То, что если авиакомпания заинтересована в тебе как в пилоте, это они только Визер. Ні, там є різні авіакомпанії, які зацікавлені, але ж вони потім будуть вираховувати з її зарплати. Класна... Тобто вона попадає в рабство, паспорт забирає. Да, да. Є ще одна тема, я слышав, що на Ryanair, коли тебе беруть вторим пілотом, ти платиш за нальоти і тобі не платять зарплату, ну ти как бы потом будеш там работать. Взагалі, є які штуки, от такі фішечки в авіакомпанії? Я вас знаю, да, точно за Визер, то, що вони ну, как заинтересованы в тебе, они как тебя обучают на свой тип определенный, и потом сразу же предоставляют работу. Да, там тоже, конечно, стоит это какой-то суммы определенной, но опять-таки это все будет вычитаться уже потом с твоей будущей зарплаты. А, ну, знаю я, конечно, за МАО. Вроде бы в МАО раньше была такая программа, то, что да, они выбирали. Да, есть такая программа. В МАО ты начинаешь летать, никогда зарплаты не получаешь больше. Ты один раз устроился и никогда больше денег не увидел. А зачем это все вообще? Сколько лет ты Это твое питание, оце, да? Пошла бы. 5,5. А ты знаешь, что в Визере можно в Будапеште там при школе Визер год всего отучиться и потом летать уже? Ну, я же выпускалась как Витя, у тебя данные СССР? Минуточку. Откуда у тебя эти данные, Витя? Ты энциклопедию советского летакобудования открыл, почитал так. Все, я... Витя еще тот пилот. Вот я прошлую программу говорил, эту молчу. Все. Зачем вообще вот это все? Пошла бы, выучилась бы на права за 5000. И такси себе. По городу давай. Вот это вот не, в принципе, налёты. Только меня маршрутки больше польщают. Уф, маршрутки класс сюда, вообще. Да? А у нас он рядом. Далеко-далеко, есть земля, там Новый год. Ти літала, бачила, напевно, різні там міста вже. А моря бачила? З висоти от польоту. Дивила ти лицо, а моря бачила? Прикольно, да? Океани, гори, мене цікавить. Які найгарніші місця ти бачила? Ну, скажем так, то, что я еще не слишком много мест, не слишком много мест. Что ты Федоровку только видела, честно говоря, ну что ты, если честно. Опять эта энциклопедия включилась. Ну и кусочек Алексеевки там. Але разворот делали. Не, ну честно говоря, города сверху выглядят совершенно иначе. То есть я уже не знаю, как у других нормальных девушек Инстаграм забить чисто их, я не знаю, селфи там, еще какими-то няшечками, да, кошечками. У меня чисто полеты. Это вид сверху, вид со стороны, вид с кабины. Ты знаешь, такой заходишь иногда в свой Инстаграм и такой думаешь, блин, что я делаю не так? Ты все делаешь так. Ты просто любишь небо. Я набивалась на комплимент. Да. О, вин мастер нас по комплиментах. Таких отношений. Как вас зовут? У тебя кстати, такие он уже когда-то встречался с одной Настей. Классные такие, крутые. Кристина когда-то встречался с одной Настей, она тоже пилот. Она кстати, говорила, я не девушка, одна из 10 тысяч. Серьезно? Да, вот уже Его вторая пап? Настя. Подожди, может, стоп, может это 10 тысяч Настя пилотов? Потому Нет. что мы уже две знаем. Да, мы уже две знаем. Настя ще хоче бути спортивним пілотом з віражами. А, это вот это, вот это. Давай определяться. Петли. Слухай. Если ты собираешься быть одновременно. Я себе представляю. Это ты чартерный рейс. Вот когда все хлопают, да, вот в чартерных рейсах, вот тогда ты точно. Да не, ну ты потом... Анастасия, что вы делаете? Пошел ты нахер. Ты потом будешь лететь и такой, здравствуйте, а кто пилот? Настя, Настя, можно поменять билеты, пожалуйста? Я пешком в Испанию пойду. Мы в прошлый раз летели в Египет, но... Настя пилот, вылетает не Масти, хоть Да, сверху вы... Раз, фу, твою ж... Да, пристегните ремни, оденьте памперсы.
Слухайте, не дайте поговорити з Настею. Розкажи про ті всякі штуки, які ти вже вмієш робити. От, кстати, в тему за эти вот пристегивания, мне было, кстати, очень смешно, когда меня так начали пристегивать перед вылетом. То, что, ладно, ну, допустим, еще те же самые ремни самолетные, для того, чтобы там не вылететь. И сам, я не знаю, сама эпопея, когда на тебя надевают парашют. Ты знаешь, только поворачиваешься к инструктору, смотришь на него и такой думаешь, господи, пожалуйста, нет. Зачем? Ну, чтобы катапультоваться, да? Ну, в случае чего-то да. Ну, о, хватит. О, вообще. Додумалась, молодец. Ну, а так вообще, ну, если так посмотреть, то реально виражи довольно-таки круто. Ну, если посмотреть туда, если побывать в самолете, то, наверное, нет. Мене колись, до речі, утиные истории, помнишь, там тоже... Барышня, пилот, теж мені устраивала всякие там такие бочки, всякие штуки. Меня сейчас вырвет, не маши руками. Тебя тоже укачивают. Классная история, а что ты же умеешь робити? Ну, я еще пока что ничего не умею, мне просто катали. Мне просто хочется. Ты понял? Ты смотришь так вот? Ты почувствовал, что мы, когда ты говоришь, мы зовем на передачу пилота, то ты немножечко как бы... Я роблю посил у всесвіт. Вона от має отримати на днях ліцензію. Слушай, у тебе завжди пілот. Ти все время так от робиш руками, тому у тебе завжди какой-то пілот приходить. Я його зараз укачую. Кстати, как у тебя 3G у меня уже там? С вестибулярным аппаратом нормально? Ну, когда... У нас у Лены хорошо с вестибулярным. Ага, отлично, намек ясен. Не, просто этот, просто... Мне кажется, с пилотами хорошо бухать. Ну, они всегда в таком состоянии. Виски в студию, пожалуйста. Пожалуйста, Коля, пожалуйста, вот тут у меня. Вот тут всем, я такой, они с бокалами, я разливаю, понял? Ты такой с ружья. Так, а вы прикидываете эти виражи, ты смотришь вот так вот с земли, как красиво. А там что происходит? Вот такая вот штука, понимаешь? Я себе не представляю, это ты летишь. Меня все время хотят затянуть в этот самолет, чтобы полетать. Он меня не может поднять по весу, но ты сейчас про Ан-2? Игрушечный. Про дельтаплан. Я вообще реально боюсь. Дельтаплан. Как можно, почему люди боятся летать? И вот ты не боишься же летать? Нет, ну как бы логично. Я дико боюсь летать. Вот дико боюсь. Я понимаю, что это самый безопасный вид транспорта. Все понимаю, но почему-то так происходит. Дай ему какую-то параду. Да, посоветуй. Не летай. Нет. Это не страшно. Я боюсь, доктор, я боюсь операции. Вырежьте аппендицит себе сами. Все, нормально. Перестанешь бояться. Перестанешь бояться. Сам себе. Да, да. Это, кстати, вариант. Потому что я все время думаю, что я не контролирую ситуацию. А доктору? Доктор, не надо. Я сам. Там, когда зайдете налево, там колечко. Я глотнул просто. Достаньте его заодно. Слушай, а расскажи мне, что это за маленькая такая дырочка? Віконечку біля пасажирів. Це ти раз літало, стекло було розбите, то думаєш, що у всіх так. Я просто думав, когось маленька, когось не маленька. Потім похлопай. Якщо не ошибаюсь, то що читала, в самому иллюминаторе как идет тройной стеклопакет. То есть, когда самолет поднимается на эшелон, соответственно, с каждым... Давление там какое-то? Ну да, соответственно, давление меняется, температура. И для того, чтобы не замерзало один из двоих стеклопакетов, да, то третий как защищает. Ясно. Ну все, понятно. А еще у меня такое питание. В багатьох профессиях есть свои разные забобони. Що є в пілотів? Там, наприклад, з правої ноги заходити в літак, там, сідати на одне полушопі. Главное взять парашют. Не забувай парашют, наприклад. І не говорити последній. Що ж, ну, які у вас є штуки? Розкажи мені. От я не знаю, чому, Вадим правильно сказав на що. Я просто у пілота ввел і як-то сказав последній. Це була последня свадьба. Що ти у пілота ввел? Ну, ввел. Ти ж без роботи сидиш уже полгода. Так це було давно. Так дайте мені, хай Настя розкаже. Да, да, да. Нельзя говорить последний. Да, только крайний. Ну, в принципе, проверять самолет на исправность, я не знаю, но это такое самое. Не, ну вы что, с роботом там, крайняя передача или последний? С бубном танцюете, какие-то там, может, еще у вас есть штуки всякие вправы. Не, ну, например, перед эфиром бухла. Погода, когда ты летаешь в грозу и приземляешься, то, в принципе, да, ты там с бубном танцуешь вокруг самолета, то что, слава богу, я приземлился. Ну, а так, ну, я не знаю. Да никаких забубонов нет. Ну, например, что у вас там в этом? Драгобуще все забобоны остались. Да не. Они что, ты знаешь, что за границу... Да не-не-не, они уже переехали в Кировоград. За границу, за городскую черту не выходят. Они так и остаются там внутри Драгобуще все забобоны. Да ладно. Ты через Атлантику хотела перелететь? Конечно. Это самая большая такая история, яка вот надыхает, чи нет?
Да, мне кажется, то, что более так вдохновляет, это просто уже как получить свидетельство и поскорее устроиться на работу. Ну а так-то, ну да, конечно, несомненно, хотелось по разным странам побывать, увидеть те же самые разные традиции. Но я понимаю то, что в основном это все романтизирует, мол, там, ты взлетаешь, да, ты вообще никуда не выходишь, закат, ты приезжаешь рассвет. И улетаєш, да. Ну, в принципі, да. Ладно, я тоді не про романтику. Наприклад, там політ триває 12 годин. Як пілот ходить в туалет? Наверное, молча, Лена. Їх же в туалет. Ну, он не може говорить, я йду в туалет. Я тебе хочу сказать. А земля-земля вызываю. Если Вася вызывает Петю. Пилот летит вот так вот прям все время. Двигая руками, ногами. Крыльями машет. Короче, такой... Как на галере. Тут с камеры, алло. А крылья машут, они вот так делают. Два пилота, первый и второй, вот так. Меня... Крылом, левым. Меняются, да-да-да-да-да, так и есть. Он говорит, пойду-ка, не бросай меня. Каже, нам еще 10 часов летит. Но я сейчас, очень хочу сейчас, писать. Каже, сейчас до океана дотянем, пописаем через окно. Сейчас там уже Каменка, Каменка Днепровская, уже близко, все нормально, давай. То есть ты можешь встать и пить? Только на ЗС, только на ЗС. Не, она такая, вот здесь парашютистка, я пописать. И поехала, ну а что? На Воге останавливается. І в Корсуні. Кожен пілот же ж має мати добрий вестибулярний апарат. Правильно? Ми вже це рішили. Пожалуйста, не говорите, що ви мені будете, як у Лора, катати на кресле. Будемо, будемо. Не як у Лора, як у хірурга. Зараз є така популярна штука. Один стає, малює в нього на спині, а ти маєш відобразити, ну, що тобі малюють. Коротше, починаємо інтерактив. Раз, два, три, крендель, давай жги. Так ти ж об'ясни, що треба робити. Ти вже пояснила. Хорошо. А хто такий Тушевський? А Тушевський стіна, да. Дошка. А я должен тоже угадывать, что они решили? Нет. А что он стоит, а не ты? А у него спина ширша. Ну ты подвесь, как в мене. Ты же сказала. Нормально, Настя, очень похоже у тебя получается. Давай, давай, давай. Прям один в один. Да, блин, давай, 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 давай. Вот если бы мне так татухи били, как сейчас Настя рисует, ничего не понял вообще. Даже даже. Это был бы ты пегас. Давай, давай, Настя. Было бы яйце, типа, яйце через півроку вылупиться буду орел. Чувак, у тебя там реально какое-то яйце. Ты слышал, как Кридель задает вопрос? Это вот если прям секс, так я не почувствовала. Тебе настолько. Можно вести? Настя, тебе настолько. Давай сейчас. Крендель, может твое... И ты знаешь, ни одна Настя ему ни разу не ответила «да, настолько». Крендель, может твое это просто рисовать? Видишь, девушкам нравится. Пунктирной линией. Он еще так долго рисует, Дима. Ну ты же красиво хоть малюешь. Чувствую там хресты какие-то. Если встретил... Еврей рисует хресты. Вспомнил Гитлера или что? Давай еще раз. Кладбище рисует. Ты там... А, Настя позитивная, она же пилот, она думает только... Настя, ты какие стучки малюешь? Мне кажется, что Настя рисует карту Кировограда сверху. Уже Ингу нарисовала или Лековку нарисовывает. Мне кажется, что мне не так, что ты чуть-чуть лесопарк. Ты очень похоже рисуешь. Так, давай. Мне нравится, давай. Что им нравится. Да, он. Я даже немножко пригнулся, потому что мы прям добрый вечер. Спасибо тебе большое, что ты нас именно сюда посадил. Ладно, понял? Мне кажется, вот так вот, если вот так секс втроем, вот так оно и все происходит. Двое что-то делают, а третий непонятно вообще, что происходит. А оргия двое появляется. Как это болезнь называется? Вуайеристы. Ты понял? Им нравится, а пути ее я. Да ну горы не смеши. Так. Давай ускоряйся. Все, Крендель, это тот случай... Я долго могу. Давай, тот случай, когда надо сделать быстро. Ты всегда получается. Как обычно. Давай, как всегда, быстро. Я уже не могу стоять. И после... Давай, давай. И стена вообще не глупая. Прям вообще один в один, Настя, как ты это делаешь. И последнее. Нашила такой листочек. Где? Супер, супер. А где давайте сравним. Подожди, да, Настя, покажи, что ты намалевала. Настя, покажи. Что ты нарисовала? Крендель. А Крендель нарисовал что? Если бы мне некоторые не болтали много до съемки, то я бы как бы и так догадался это сделать. Ну, может, там шесть... Крендель, по-моему, она тебе отказала, сказала,
Что ты сбитый пилот? И лети, лети-ка ты, паренек, отсюда, хорошо? Летіть ми звідси всі до наступного тижня. Це було музей шоу Red Hot Chili Peppers. Всім дякую за те, що з нами. Пока! Я знаю, что у гинеколога, когда девушка садится, ее вот так вот круто. А зачем? Ну, да. Чтоб чакры открылись. Ну, может быть, там, опа, и так, приз, например. Вот. Садятся так гинекологи, крутят. Вот, выбирай. Напротив кого остановилась, тот и типа... Блин, они вот так руки выставляют вперед. Да, так и есть. В перчатках. В новом формате. Таблетка в новом формате. Все? Каравай, кава хочешь, выбирай.